Ragazzi, come si chiama questo sentiero? Sentiero che porta in Lodin. Lodin? Lodin. Quindi siamo sul sentiero Lodina. Мы на тропинке Лодина. Вот зашли в лес и потихонечку начинаем снимать. Я в компании девушки и нашего нового друга Ванесса и Джулиано. И потихонечку вот мы идем в горы. Покажу вам отрезок этой дороги. И потом снимем и вверху. Сегодня мы сделаем круг в горах, подъем и спуск. Вот. Вот так у нас тут. Для тех, кто хочет видеть. Ну, так идем вверх. Пока усталости не чувствуется, но уже начинаешь потихонечку потеть. Вот такой подъемчик у нас сегодня. Не очень легкий, но посмотрим. Палочка у меня вот такая. Пожалуйста. Вот так это все выглядит. Идем вверх. Буквально один день назад я уже заходил на 2000, плюс купались в водопаде, плюс сделали около 15-20 километров по горам. И сегодня ноги, конечно, мы еще и вниз сбежали с горы. Сегодня чувствуются ноги. Ecco Dio greco. Ciao ciao. Guarda che gambe, eh? Con tutta squadra. Вот этот парнишка бегает по горам. Мы еле ходим. Mi chiamo Ivan. Piacere. Бегает по горам, мы еле ходим, а он бегает. Спортсмен высокого уровня, можно даже смело сказать, мирового. Вырос в горах, и зимой, и летом бегает парень. Конечно, это сердце волка.
Io sono andata due domeniche fa a Scuola.